Так, тачка разобрана. Сняты все навесные элементы и салон. Двери будем песочить тоже снизу. Вот. А после уже будет, ну, как бы видно, где надо варить, какие элементы менять, потому что так пока нихуя непонятно. Ну, вот, короче, какой вид у нее. Ну что, вот кузов приехал, и можно посмотреть масштаб трагедии. Так, вот, днища нет. Задние подкрылки, багажник. С другой стороны та же хрень. Здесь вообще интересное место. Вот оно все так выглядит. Печально. Арок тоже нет. Они варились, но снова сгнили, короче. Вот, короче, такая хрень. Надо искать ремкомплекты. Потому что с кусочков варить не будем. Состояние кузова вы увидели, и следующим этапом будет поиск деталей для его ремонта, потому что самому сделать крылья, подкрылки, это очень сложно и, ну, будет не так качественно, как это было бы, если бы мы ставили заводские элементы. Ну, тут как бы с Волгой есть плюс, потому что большинство запчастей кузовных можно до сих пор купить новых. И как бы, ну, на другие машины, например, это вообще сделать невозможно. Единственный минус то, что в магазине это не купишь, то есть придется нам сейчас мониторить объявления и ездить по всей стране, пытаться собрать все, что можно, потому что, ну, как я сказал, в магазине этого нет, и надо попытаться выкупить все, что есть в гаражах у кого-то там, чтобы максимально качественно сварить кузов. Жопа мира. О, а вот и Волга едет даже. Я думаю, что тут запчасти нарисовались на них. Вот такие и меня. Гаражи, как обычно. Нашли тут заднее крыло в Могилеве. Следующее такое в Лиде. Поэтому нам еще 500 км пилить. Забирать второе. Еще один подкрылок у нас в кармане. Поездка продолжается, напарник захотел пообедать. Вот что имеем на данный момент. Это два подкрылка внутренних, один наружный и одно крыло. Надо еще одно крыло, еще один подкрылок. Поэтому поиски продолжаются. Вот она, последняя недостающая деталь. Да, и мы опять в ебенях каких-то. Снимаем крыло. Машину спать. Немного подгнило, но еще походит. Сейчас покажу, как ремонтируется кузов. Вот мы вырезали все проблемные места, высверлили крыло и начнем с лонжеронов и порогов, то есть более толстого металла, заваривать там все, что нужно. Потом будем вот эти вот ремкомплекты варивать на место и уже в последнюю очередь крыло. Оно варивается вот по заводским точкам, вот как с той стороны. Единственное, что прямые участки, то есть они будут с обычного листового металла, потому что, ну, как бы их в продаже нет. Так, вот как оно будет все выглядеть. Ну, и уже эта сторона полностью готова. Вот. Скоро также будет и с другой стороны.